А в этом доме кто-нибудь следит за порядком? Уверяю, Марья Алексеевна, теперь вокруг вас всегда будет чистота, порядок и свежие цветы. Недаром же я стал вашим управляющим. Надеюсь, дело не ограничится одними уверениями. Ни в коей мере. Ни в коей мере. Княгиня, я хотел попросить у вас ключи от кладовой и приходно-расходную книгу. Карл Модестович, это ведь вы сказали нам с Петром о том, что Лиза провела ночь у Корфа. Ну да. Зачем? Правда должна торжествовать. Да бросьте хитрить. Хотели как-нибудь навредить Корфу? Вы же не меньше моего его ненавидите. Не вижу резона отпираться. Ненавижу. Владимир Иванович уволил меня без всякой причины, хотя я выполнял волю государя. Нет ничего удивительного в том, что у меня есть на него маленький, но очень острый зуб. Ну так вот, почему бы нам не объединиться? Так мы быстрее его уничтожим. Согласен. Вы жили в поместье у Корфа. Знаете, вероятно, какие-то его секреты. Но я не был его поверенным. Да и во сне барон не разговаривал. Ну уж наверняка знаете что-нибудь полезное-то. Марья Алексеевна, поверьте мне, если б я знал хоть что-нибудь эдакое, я бы давно его уничтожил. Так найдите что-нибудь эдакое. Не может быть, чтобы у молодого Корфа не было грешка, за который нельзя было бы зацепиться. Да, вы хотели расходную книгу. Да-с, боюсь, свадьба Татьяны повлечет расходы. Какая свадьба? Какой Татьяны? Вашей, Татьяны. Когда же свадьба? Пирог уже печется, думаю, не сегодня, а завтра. А почему же я об этом ничего не знаю? Признаюсь, я узнал только что. От кого? От Варвары, кухарки Корфа. Поезжайте туда немедленно и разузнайте-ка точно, кто на ком действительно женится. Жду вас с новостями. Но... Немедленно. Они что-то затевают, и я хочу знать, что. Понял.